Сегодня 2 сентября, и это совсем не значит, что нужно идти в школу. Мы в аэропорту Анталии, и мы опять приехали отдыхать в Турцию. Мы только что приземлились, и ждем свой багаж по традиции. Все пошли в туалет, а я охраняю сумки. Это я устала. Нет, я не буду садиться. Не держаться только. Скажите что-нибудь по-английски. Thank you very much. Анталия, I love you. Денег, I love you. Написано. Family. Fame. Residence. I love you. Thank you.
вообще такая, что у меня вот так. Господи, я ехала, я даже не, в воду не упал. Ну. Всем привет! Приехали сегодня в торговый центр Migros, в который мы уже приезжали в прошлом году. Сейчас мы до него ехали на 30 минут больше из Гнюка, чем из Бельведи. Вот минусы. И сейчас неистово бегаем, ищем какие-то вещи. Интересно, что же мы купим. Всем привет! Рассказываю, что купили. Купили, значит, Коллинси, Кирилл штаны. И купили в Адидасе кроссовочки. Вот такие покупки. Похоже, тот не работает, он другой. Вот, это мы в Анталии. Мигросе. Торговый центр Мигрос.